Приветствую всех, друзья, в игре SnowRunner, с вами Егор, и мы продолжаем прохождение модовой карты под названием Muskoka Highlands. Итак, ребятки, я тут немножко облажался, так сказать, напортачил, ну, сейчас будем исправлять. У меня еще и отключилась что-то запись. В общем, выбрал я тут пару поручений. Первое, The Honey Do List, список дел вроде в переводе, нужно забрать 4 доски, упаковки досок и деревянных, и отвезти их там к какому-то дому. В общем, я-то их все загрузил. Где она? Но не довез немножко. Вон они у меня тут стоят. Сейчас КамАЗом попробуем зацепиться. Что-то меня багануло, вылетел, блин, какого фига. Запись. И запись, естественно, прервалась. Ладно, взял я КамАЗ. Ну, я, блин, ехал еще на этом самом, на штатном автомобиле Royal. Я его закинул, короче, куда подальше, честно говоря. Он меня достал, если честно. Не едет. Я всю дорогу еще записывал, наверное, полчаса потерял. Ну, не хочу я этот Royal пока играть им. Просто какие-то мучения. Сейчас нам, ребятки, нужно забрать эти доски. Так, а где же они там? Я отцепился, и это самое. Плюс еще и что-то зависла игра, я тупо, ну, не вылетел, а вышел на рабочий стол, естественно. Что-то багануло, но я не думаю, что это самое. Может, обновы какие-то у меня там, блин. Я так думаю, что обновы скачивались, и вот оно что-то там схлестнулось, так сказать, все вместе. Так, а где же... А, вон он, вон он. Ну, мы сейчас задом сдадим. Ну, перезашел, все нормально. В принципе. Значит, КамАЗиком покатаемся. КамАЗик, ЗИЛ там. Да, блин, этот Royal, наверное, нафиг. Он вообще не еле сюда доехал, блин. И хорошо, что завис. Ну, жопу, честно говоря. Меня как-то, помню, давно критиковали, блин, за... Вот ты катаешь на модах. Ну а что делать, блин, я не знаю. Как на них не катать? Блин, а как же мне зацепиться еще? Оп, тихо. Слишком далеко. Нормас. Ну а как на если он не едет? Ему меняешь резину этому Роялу. Он вообще не едет. Какую? Ну, у меня зимняя недоступна. Ну тоже ж тут, ну куда здесь зимнюю-то? Так, ребята, я сейчас отмечу, куда нам вести доски. Ну, короче, я не знаю, те подписчики больше никто не... Может, они отписались, но такое давно было дело. Ну, я не могу, я не люблю играть постоянно лебедкой. Я всю дорогу сюда тянул лебедкой этот груз. Нафига оно мне надо такое? КамАЗиком оттянем. Вот КамАЗик мне нравится. Зилки, блин. Ну, на вот таких старых картах еще хочу сказать очень важное.
кто будет играть, это проходить карту. Но вот таких вот старых картах, не обновленных, ну, ребят, не рекомендую играть модами часто. Вот много модов выставлять на этой карте. Ну, это, ну, реально. Просто баговать начнет и это самое. Играйте, если уже катаете на этой карте, то старайтесь играть теми машинками, которые автор выставил. Ну, есть такая фишка вот именно на старых картах. Модовые прицепы вообще желательно не выставлять. Хотя бы, ну, лучше брать тогда уже, если мод машинку поставил, то лучше берите, ну, прицеп штатный. Вот так будет лучше. Так, мы вроде приехали. Так, сейчас я лечу. А, этот причал построили. О, видите, список дел тут. Причал вроде что-то такое. Ага, тан-тан-таран-тан-тан. Прикольно, как строится, да, ребят? Опа, да, причал. Повышение. Пусть отдыхает тогда. Так, я приду к Захарчику, ребятки. Хочу на нем еще покататься сегодня. Так, не крупногабаритный груз. А вот. А повезем запчасти. Так, сейчас заберем эти две запчасти для машин. О, здесь, кстати, рядышком, ребятки. Вообще класс. Ну и отвезем их тоже, в принципе, недалеко. Давайте покатаемся. Тоже что-то там достроить надо, построить. Такое дело. Я не стал уже переводить. Главное, процесс игры, так сказать. Не, ну сюжет тоже иногда важен. Особенно вот заброшенный колхоз я играл. То классный. Неплохой, конечно, этот самый. Плохая карта с сюжетом, ну... Некоторые тоже критикуют. Есть люди, которые все будут критиковать, блядь. Хоть ты на модах катаешь, хоть не на модах, хоть ты, блин, все не нравится. Ну, есть, они в жизни такие пессимисты, блин. Так, 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 так. Что там нам точно? А, нам запчасти для машин, не запасные. Запчасти для машин, две штучки. Так, 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 так. Как нам туда прорваться? Ага. А в принципе, что так, что так. Ну ладно, поедем сейчас. Я потом после... Ну, уже за кадром я, конечно, прицепы, наверное, эти спрячу модовые. Не стоит на них кататься. Нежелательно. Баговать начнет, то еще что-то. Вот этот ЗИЛок даже видно, что он, ну, не багует. А вот второй ЗИЛ у меня еще есть, там, 131. Я хотел на нем покататься, но я его выкатил. Как-то он начал так себя вести. Я думаю, не буду. На таких старых картах нежелательно. Ну, нежелательно вообще выкладывать на карту много модов. Особенно если прицепы. Я вот штатный и брал прицепы, а сейчас решил взять модовый. Ну ладно, такое. В основной карьере все нормально, оно катит, а тут на вот этих картах модовых, оно не, возможно, может быть не только на старых картах, и на новых тоже. У меня, по-моему, в заброшенном колхозе тоже были какие-то баги непонятные, я там модами играл.
Ну, всякое может быть, конечно, не вопрос. Давай, давай, давай. Зело кайфовый. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, давай. Сука, за мной как катится камень. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Базилы жесткие все-таки. Что в игре, что в реале. Так, я правильно вроде поехал? А? Вижу, вижу, к трактору запчасти. Да, я понял. Я так понял, починим сейчас этот трактор. Он тут, видимо, пахал что-то тут. И что-то у него поломалось. Тихо. Чиним. Отлично. Спасибо, что-то там, короче. Пожалуйста. Так, еще какое-то задание взять. А какое я хотел взять еще заданица? Ну, у меня тут вот крупногабаритный груз забрать в порту и отвезти. В принципе, можем взять. Только я сейчас на Мустанг пересяду. И я этот таки прицеп, наверное, поменяю сейчас. Он, тем более он длинный. Неплохой прицеп, но здесь я им как-то катать не очень. Блин, а как же мне развернуться? Или им поехать. Ладно, давайте съездим, скатаем уже им. Надеюсь, не забагует. Да не, вроде ничего так. Ну, бывает, что и пак прицепов глючит, реально. Я сколько устанавливал уже паков этих прицепов, бывает вообще такое творят. Такое творится, ужас просто, даже в основной карьере. Скользит на трассе плохо эти шины. Ну, уже поставил. Блин, а мне груз этот тянуть, конечно.
сворачивает, нифига. Потихонечку спускаюсь. О, на бездорожье нормально рулится. Класс, мне так нравится этот КамАЗик. Завод буровое. Крупногабаритный груз. Так, а нам точно его надо? Да. Смотрите, как проседает сразу, да? Оп. Ну, автор молодец. Я так понял, он с запасом тут эти грузы делает. 20 штук, блин. Так. Блин, нам надо сейчас тут подняться. Я не знаю, сюда ехать. Налево или направо, но налево тут хотя бы дорога более-менее. Не, поеду налево. Здесь вот только аккуратно подняться. Надеюсь, доберемся. Так, а где? А, вон. В принципе, карта небольшая, не так далеко, но... Так, в бой, друзья. Развернемся. Да блин, я и взял длинный прицеп. Но там дело в том, что возить трубы надо будет еще. Есть там поручение. Там осталось, по-моему, 3 или 4 поручения, в принципе. И перейдем к контрактам. Контракты, мне кажется, интереснее тоже выполнять. Хотя есть такие поручения, блин, сложнее любого контракта. Контракты, они в основном объемные. Блин, я же говорю, резина не та. Главное нам выскочить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Скользит, блин. Скользко. Я же говорю, поставил тут резину эту, блин. На трассе вообще плохо. И реально ощущается, что на трассе плохо. Как-то в основной карьере ставишь, ну ничего вроде бывает там. На льду еще так чувствуешь, когда скользит. А на модовых картах вот реально чувствуется прям. Кстати, хорошо, что я его взял, этот прицеп, я его потом там. Там недалеко магазин прицепов, я его потом за кадрами продам. Да, лучше буду штатные, наверное, ставить.
какие-то более, блин, приближенные. Или проверенные. Просто этот пак я скачал. Ну, в принципе, я катался на нем. На этом самом. В Канаде. В основной карьере. Ну, некоторые не на всех, правда, прицеп. Там в паке дофига прицеп. Но не на всех, ребятки. Поэтому лучше уже проверенные какие-то ставить. Я говорю, в основной карьере я не переживаю за эти прицепы. А на модовых картах может такое быть. Может подглючивать. Ну, на тех машинках, что автор поставил, ну, блин, ну, реально. Кататься на одном Венстерне не будешь. Камазик тут класс. Груз на месте? На месте. Тихо-тихо. Аккуратненько. Камазикс. Сейчас здесь побуксуем немножко. Не, ну он хотя это вот именно эта резина здесь должна быть. На отлично. Там она так и есть. Видно, едет неплохо по грязи. На трассе уже, конечно, там не очень. На трассе, блин, как на лыжах. Тихо-тихо-тихо. Передок еще гуляет. Груз тяжелый. Хоть бы не уехать назад с этой горки. Катились. Вот как-то так, ребят. Я думаю, на сегодня хватит. Справились, слава богу. Уже 9-й уровень повышения, отлично. У меня осталось два поручения, ребят, и перейдем к контракту. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тут не так много. Выполним и поедем в основную карьеру. Все, ребята, всем спасибо. С вас лайкосик за видосик. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.